В Минске прошел чемпионат по скоростному поеданию суши, участники которого смогут одолеть 50 роллов за 3 минуты. Желающих попробовать свои силы в поглощении японской кухни на чемпионат пришло больше сотни. Но после полуфинала в борьбе остались только 30 самых стойких участников. Съел 30, засчитали 28, но хотелось бы большего. Планирую на данный момент минимум 45 съесть. Минимум. Правила соревнований просты. Каждому участнику отводятся 3 минуты, за которые нужно съесть как можно больше роллов. Еду можно запивать соевым соусом. За происходящим следят судьи, не профессиональные повара и не представители страны восходящего солнца, а музыканты известной белорусской группы. Победителем стал Сергей Зелянин. Он одолел 49 роллов. Я с женой редко раз в 2 месяца иногда выезжаем вечером, заказываем себе суши, едим. Вот. А так тренировок я специальных не делал для этого. Теперь есть роллы Сергей будет чаще. Победителю достался сертификат на $650, который можно потратить на любимое блюдо в любое время.